А вот и остальные машины, оказывается, я их в тот раз не увидела. Какая голубенькая. Это Беннеттон. Посмотрим, как она называется. Беннеттон 195. Стояли двое русских мужчин, назвали машину на три буквы и пошли. Ой, какая классная, крутая, ух ты. Вот что я так люблю черно-золотой. Это Lotus 95T. Прикольно. Супер. Я бы от такой не отказалась, наверное. Так, для личного пользования. Классно. Так, вот здесь еще немножко о ней стоит. 84 года. Какой мотор? ИПС. О, май год. 900 до 1200. Вот это да. Вот бы как-нибудь попробовать. Классно. Ну, туда, наверное, не каждый сядет. Вот это и руль нормальный уже такой. Все, ладно. Пора, пора идти. Сейчас я ее еще сфотографирую. Феррари красная такая крутая. Тоже я ее не заметила в тот раз почему-то. Классно. И вот это, наверное, симулятор. Здесь можно будет попробовать покататься. Круто. Супер-супер. Так, я вместилась все-таки в эту машинку. Сейчас в этой красной поеду. Сейчас она настроит ее, и я постараюсь что-то сделать. Все. Das ist Gas und das ist Bremse. Das ist Bremse. Ja. Okay. Wie lange dauert die Fahrt in etwa? Nur drei Runden. Drei Runden? Oh, mir reicht schon eine wahrscheinlich. Okay. Так, ну и вот только что я сидела в этой машине. Постаралась поездить, но, конечно, с первого раза так не получается, потому что она так легко там это все очень управляется. И ты же не чувствуешь, что ты на дороге, получается. Да, это реально только, в принципе, игра. Ну, для тех, кто играет, не, ну, не сложно, но мне было не очень легко. Вот так же и я уезжала. Как он. Все, ладно, пойду за сыном, пошла его уговаривать, а то он не хотел что-то сюда идти.